Актуальные хиты отечественной и зарубежной эстрады в новом караоке-клубе «Статус». Качественный звук, профессиональный звукорежиссер, заказ песен бесплатный, вход свободный. «Статус», Красноармейская, 18А, первый этаж, телефон 74-64-14. В Кирове осудили 46-летнего Олега Филиппова за кражу денег и паспорта у спящего друга. Преступление произошло в баре на улице Красина. Мужчины изрядно выпили, потерпевший был настолько пьян, что уснул прямо на столе. Подробности зафиксировала камера видеонаблюдения. Сначала это была вечеринка под кодовым названием «Сообразим на троих». Но спустя несколько часов, примерно в 2 часа ночи, потерпевший Александр устал пить и лег спать. Задремал мужчина прямо на столе, его собутыльники продолжали выпивать, и впоследствии один из них, Олег, видимо, решил разбудить спящего друга и залез к нему в карман. Осужденный, находясь в одном из баров города Кирова, решил осуществить кражу денежных средств и документов у уснувшего в баре гражданина, с целью чего проник в карман его куртки, откуда похитил денежные средства в количестве 2000 рублей, паспорт гражданина и страховое свидетельство, после чего покинул помещение бара с похищенным имуществом. Пропажу денег, паспорта и страхового свидетельства Александр обнаружил только утром. Мужчина заявил в полицию, и собутыльника Олега нашли быстро. Филиппов сразу признал свою вину и поспешил вернуть деньги и паспорт. Суд пришел к мнению о виновности подсудимого в совершении указанных преступлений, учел смягчающие и отсутствие отягчающих вину обстоятельств. По совокупности преступлений вынесен приговор. В суде учли, что Олег ранее не был судим, на иждивении у него есть подросток. Также осужденный возместил причиненный ущерб. В итоге Филиппову назначили наказание – 300 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу. Михаил Вагин, место происшествия.